Galaxy A52 – один из самых ожидаемых телефонов Samsung. Эта серия всегда была очень успешной для Samsung, особенно на развивающихся рынках. Естественно, модель 2021 года вызывает большой ажиотаж. И теперь Samsung Galaxy A52 5G преодолел еще одно нормативное препятствие и получил зеленый свет от FCC. Лаборатория протестировала две модели – SMA52 6B и A52 6DS. Единственное различие между ними состоит в том, что B – это модель с одной сим-картой, а DS – с двумя сим-картами, то есть Dual SIM. В остальном устройство идентичное. Сюда входит аккумулятор емкостью 4500 мАч, тот же элемент питания EBBG781ABY, который, кстати, был найден в Galaxy S20 FE, зарядное устройство EPTA200, довольно распространенное зарядное устройство на 15 Вт, это соответствует информации, которую мы видели от 3C. Подробности о телефоне постепенно поступают в последние несколько месяцев. Теперь, когда устройство проходит процесс сертификации FCC, мы можем быть уверены, что Samsung Galaxy A52 не так уж и далек. Варианты 4G и 5G A52 получили сертификаты Bluetooth и Wi-Fi в прошлом месяце. Эти документы показали, что устройство будет поставляться с Android 11 из коробки. Теперь сертификация FCC предоставлена для Galaxy A52 5G. Это важный показатель того, что не за горами время, когда Samsung представит это устройство. Ранее сообщалось, что A52 5G будет оснащен процессором Snapdragon 750G, а вариант 4G будет иметь Snapdragon 720G. Мы уже видели рендеры устройства. Они предполагают, что Galaxy A52 5G будет иметь 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED Infinity O, установку с 4 камерами на задней панели, разъем для наушников 3,5 мм и датчик отпечатков пальцев на дисплее. Пока неизвестно, когда точно Samsung планирует выпустить Galaxy A52, но я думаю, это произойдет уже очень скоро.